Здорово, здорово, очень интересно. Я думаю, что многих может заинтересовать такой необычный подход. Поэтому, дорогие друзья, имейте в виду и обязательно приходите на вебинар, который организует Наташа. Уже в скором времени мы вам расскажем все подробности, как получить подарок и так далее. Но пока что мы еще с Наташей ведем активную беседу. Да, Марин, если вы позволите, значит, первое, поставить цель. Второе, выработать систему, потому что недостаточно поставить цель, она останется пустыми мечтаниями, если мы не подкрепили ее действиями. Выработать систему. Мне люди говорят, ну как найти время на английский? Ну вот у меня нет времени на английский. На что я отвечаю? Время не находится, время выделяется. Да? В течение дня есть масса моментов, когда мы время просто теряем. Да, по дороге на работу, Другой прогулка. момент, когда, мне кажется, посуду моешь, тоже мысли Да, свободны, глаза свободны. любая деятельность, где не задействованы мозги. Между прочим, они все равно задействованы. Женщина моет посуду, да, про себя Да. всякие мысли думает. И очень часто негативные мысли, да? Очень часто, и даже не замечают. Но замените это на английский. Ну, включите вы наушники, повторяйте вслух песню, стихи, диалоги из языковых решебников, Power English Class, я не знаю. Ну, и получайте от этого удовольствие. Где-то же еще эмоциональный настрой. И все время приводите себя в повышенное приятное эмоциональное состояние. Поэтому песни так хороши. Кстати, песни и язык одного свойства, одной природы. Поэтому с музыкой Да. язык усваивается гораздо, гораздо проще. У нас в каждом классе есть обязательно песня. Обязательно. Здорово. К тому же сейчас, когда так легко найти слова, да, lyrics, пожалуйста, написал песня такая-то, слова песни, и вот тебе Да. эти Но вы слова. знаете, как, это действительно так. При этом еще очень важно понимать, где хороший язык, правильный, где нет.